А как ты сделал на сливе развал? Ну, я ж скинул атрибут. Я тоже скинул. А, надо посмотреть. Сейчас я посмотрю. У меня что же есть, есть слива. Сейчас. Так. У тебя стоит эта подвеска третья. На сливе? Да. Сейчас гляну. Так. Где у меня? Подвесон третий. Сейчас ищем, ищем. О, у меня и на этом, на 32-м тоже развальчик появился. Развал, да, видел какой? Да, такой четкий. Вот это я понимаю. Вот на еще этом... на сливу еще посмотри. А ну на сливу, кстати. О, давай на развальчиках. А ну. А на сливе у меня не так. Не, а, у тебя, значит, модификации там не стоит этот. Нет, стоит, развал. Стоит развал? Стоит, но именно на 32-м, на Эвике вообще еле-еле. А вот на 32-м, где он 32-й-то? Так, подожди. 32-й. Вот, 32-й, вообще такой классный развал. Угу. Ну, то я его забираю. Так, ты на чем будешь? Ну, слива, ёкарный. Давай, все. Она у тебя прокачана? Слива, да. Прокачал я ее. А, так у меня 32-й слабенький. Не, надо брать. А чё, чё, подожди. У меня он не настолько, по-моему, сильный, это слива. У меня, вот, скажу тебе сейчас, всего 414. Итог. А, у меня, я не знаю, у меня, чё, у меня сколько итог? Сейчас я гляну. Ну, посмотри в гараже. 605. О, охереть. Видишь? Я могу, у меня 725, это 34-й Nissan, это много. Сейчас, сейчас. Так, 350Z. Кстати, а ну-ка, развал есть. Не такой большой. А ну, возьму вот этот, сливу тоже, допустим, сливу. Угу. Сейчас, 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 где она? У нее сколько у тебя, сколько сливы? Он? 543 общее. 543, а у меня 605. Ну давай, давай попробуем, если что, я возьму тогда уже что-нибудь другое. Я вот ага. Так, выхожу на трассу. О, кстати, софт тоже ничего. Да, такой, знаешь, вот дорога естественная, такая коричневатая, да? Ну да, да естественно, но нет, вот как у нету этого. Что? Ну, ради того, что этот мод ставили, этого нету. А, понятно. Вот вода синяя. Потом листья желтые на асфальте. Ну это типа лето, что ли, какое-то. Да, да, типа такое. Осень. Давай мы это примем друг друга. А, мы в группе. Это как лето, как так, кажется. Мы в группе. Ну. Так, давай затащим шумгоночку какую-то. Можешь выбрать? Ща посмотрю. Я тут нашел принтец. Давай. Вот такой вот принтец вот. Нормально. Вот такой спринтец нашел. Так. Ну, у меня Falcon, у меня нормальный. У меня он нормальный Falcon. О, у тебя 706. Так, конечно, я продую. А я что, знаешь, я смотри, что ставил. Я ставил элитный двигатель, элитную эту, как его, турбонаддув. Что еще? Подвеску. Красную. И трансмиссию зеленую. Uh-huh. А давай так. Сейчас катаем гоночку. Если я не затащу, я беру Nissan Skyline Nismo 34-го. А хочешь прикол? Я запись начну. Я тоже начну. А у меня голос записывает мой. У меня тоже записывает уже. Ага. Я настроил. Нужно было переключить. Так, все, ну-ка. Ну как сказать, у меня реакция на идеальный старт плохая. У меня тоже. Ну это как получится, это не всегда так. Две сливы. Да. Одна Falcon, одна нет. Ты убрал интерфейс? Я не убрал его. Я тоже. Ну хотя можно было бы. А зачем оно? Так и все равно едешь ты тут. Не ошибись. А, барьер стоит. Ну да, ты же не проедешь. Это же себе как бы для... Ну, в принципе, можно оставить. Это же гонка. Правильно? А ну да, тут... А?
Чё ты сзади? Ты что, поддаёшься? Тебя... Ну я азот не юзаю. А чё? Ну, а чё? Хочешь, чтоб заюзал? Юзать? Ну вот, я заюзал. Нормально, подлянка в виде трафика. Да, 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 да. Подлянка в виде трафика, нормально. Вот, хотел, вот. Я тебе делаю. А, вон он ты. Заюзал все-таки. Ладно. Не, все-таки, наверное, не дотягиваю. До своей. Так, сколько твой бас? Один, да? Так что? Короче, вот так вот как-то, да? А, у тебя Б-класс, ё-моё! Поэтому пиво Б-класс. Поэтому я держался так, да? А я В-класс её, прикинь, её всё прокачал. Да, ты неплохо её, кстати, прокачал. Я В-класс её. Но всё равно моя слабее, я меняю её как хочешь. Как понимать меняю? Ну, я меняю тачку. Ага. Потому что я не хочу постоянно сливать. Ладно, ладно, там... Я беру тоже на 700 с чем-то. 700 с чем-то, говоришь, да? Да, так ты оставляй сливу, чё ты. А, сейчас хорошо, ладно. Попробуем, если вдруг сейчас я буду выигрывать, тогда ты что-нибудь возьмёшь. Так, ага. Приглашаешь? Да-да, сейчас найду какую-нибудь гонку. Во. А, приватная. Да. Ну как, во, нашёл. Поездка начали, не поздоровались с публикой. Ну, как сказать, Серёга тоже не здоровается, когда начинает рубить свой, да? Внеплановый. Ну, если что, всем привет. Да, всем привет. Да, да. Запись уже давным-давно, ну ладно. Давным-давно, да? Это ты снимал, да. Когда синематик делали или что? Не, ну да, синематик был, но это... Не, то другое, ты не считай то. Я запись тогда закончил. Ну ты это, я тоже закончил, но я что, отдельный ролик буду делать, отдельный я запись, ролик. Я запись закончил, да, отдельно у меня все. Ну все, считаем это, что начали только вот буквально перед этой гонкой. Да-да. Так, где так что у тебя? У тебя сейчас Нисма. Ну да, что у меня она вроде так более-менее, у тебя 700. У тебя Нисма. Так. Хреновая реакция. Согласен. Будем юзать метра. Я сейчас не юзаю. На твое усмотрение, тебе не хочется, не юзай. Ну как, ты будешь юзать? Ну, я пока еду. Давай так. Чтобы догнать, юзай. Топ, юзай. Давай так. Кто сзади? Да, тот не юзает. А. Подогнать. Ну я, по-моему, и так догоняю почти. Ну давай. Правда, ты что-то далеко уехал. Я не юзаю. Сейчас ты догонишь. Одна ошибка моя. О! Что? Догнал. Я не слышу тебя, слышу. Опа. А, поехал что-то. Так. Так. Это кругом? Это не круг, это спринт. Это я убрал интерфейс и вижу. Это спринт. Гонка в один конец. Понял. Ой-ой-ой-ой! Ударился? Ты этот, пропукал срезку офигенную. Я понял. Я рядом с тобой был только что. Да. Пролетел так чисто. Бонусы не использованы, ну ладно. Так, я тоже. Все нормально, 1-1. Так, ну. Не, кстати, движки какие-то выпадают, детали, ё-моё. Ну да. Ага. Так, теперь давай, так, ты юзал нитро? Нет. Давай так теперь будем с нитро юзать. Ага. Так. Шо, а вот вот. У меня вопрос... А, вот это вот можно гонку, кстати, пойти. Давай.
Автодром. А, нет, это не автодром, это Downtown Challenge. А, это я знаю, что это такое за гонка. Это, короче, из серии соревнований из гонка. Круто. Это серия соревнований гонка, в принципе. А, кстати, знаешь, что я заметил? В GameCube нету никаких серий соревнований, потому что там, что-то не знаю, даже и соперников меньше. Четыре соперника, по-моему. Хочешь, чтобы мы туда тоже? Ну не, мы сейчас тут, короче, будем... Это, фу, гонка из серии соревнований, ну вот это вот. Это. Кстати, я тоже на, да? Да. Да, это она. Гонка из серии соревнований вот это. Ой, не серия соревнований, это, короче, я перепутал. Это, короче, через... А, это битва команд! Фу, ёбкарный баба, я говорю серия соревнований. Битва команд! О, привет. Вау! У меня реакция, прикинь, сейчас была какая. А вы, а вы долго еще будете? Ну как? Думали заканчивать, если ты не придешь. Да я просто... У меня сейчас выбор стоит. Не, ну ты сам решай. Мы как бы что-то решили записать. У меня заработал микрофон. Если что, увидите на видео. А, ты с микрофоном сейчас? Так, да, он с микрофоном. Он тоже записывает. Мы вдвоем. Да. Да. Если что, выложим. Если у тебя есть... Ой! О, кто поехал? А я в срезку поехал. Захожу. Заходит, заходит. Сейчас мы докатаем. Так, я попробую тебя догнать. Ой, это я догнал. Ну да. Прикольно. Короче, они на равном. Слива и Нисма. Да. Да ладно. О, крепку я пропукал. А не ты тоже. Я тоже не ехал туда. Я вон, видишь, за тобой хвостиком еду. Я вижу, что прямо рядышком. Я не убрал интерфейс. Вот и я накосячил. Накосячил? Да, да. Трафик. Ну давай. Жду. Вот и я накосячил трафик, врезался. Все, я поехал. Оп! Обошел. Нитро. А у меня он в это, перезарядки какая-то. А тут вот некрасивый этот самый. Не как нитро, а мод вот этот. Палитра. Два круга. Два круга. Два круга. Я знаю. Я поэтому подождал, потому что знаю, что два круга. Я вот можно буду тебя догнать даже. Догнал! Поворот. О, ты меня обогнал. Ты что, батл, да? Слива против не... это... Кайва Нисма. Так, два Ниссана. Я остановочку не сбивал. Ого, так ты смотри, как держишься. Придется тебя догонять. Не зря говорили, что не это Слива читерская тачка. Она до сих пор и осталась, по-моему. Читерской. Так, нажимаем, 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 нажимаем. На пост наступаем. О. А, ну ладно. Хотя. Ты понял, да, как я съездил? Хотя ты. Ну! А я скорость не сбрасывал. Я вижу. Ты затащил, вот. Так, а у вас какой класс? А. А класс. Смотри, я его не догоняю. Ну вот это да. Слива тащит? Че, серьезно? А ты... Нет, я должен улететь. Нет! Охренеть! Ты что? Смотри, как держится. Охренеть, Слива нет, тащит! Нет. Видел, два шага. А че, серьезно что ли? Подожди, как ты выиграл? Это ты выиграл. Подожди. Что? Первое место Сива, че? Да нет, ты это не, на это не смотри. Я же видел, что ты передо мной это... заехал. На видео посмотрим. Ты ментально выиграл или как? Нет. Я тебе говорю, это ошибка. Ну может так, быть, в принципе. Жду приглашения. Давай. Давай, тут так классно. Как так? Почти на равный. Как так?
Не знаю, не знаю. Может быть, может это ж не я придумал. Может я и выиграл. Бак, что ли? Не, ты, ну, выиграл, как, не, на как видео, будто. Ну как будто, но на самом деле, вот на видео будет видно, может, что ты выиграл. Так, ну приглашаем втроем быть. Алло, да. Группа, все. Тут какой-то чувак, тоже с никнеймом Дэнчик. Эй, чё? Произошёл. Вали нафиг отсюда. Так, а у вас чё? У вас гонка уже началась? Фейк грёбаный стоит тут. Ещё нет. А, ну, хуй, не пугайте. Здрасте, фейк. Вот оригинал. Где ты, фейк? Что, приглашаешь? Только у него никнейм Дэнь. И четверка ИК. А есть Джик. Ага. Короче, давай. Все, я приглашаю. Так, пацаны. Принял. Ага, Нисма, Нисма. Один на сливе, нормально. Нормально. Ты на сливе. Нормально, у нас с тобой нормально. Ага. Серега, у тебя что? Мне что-то не показывает. Да ты и ты мне не покажешь. Сейчас это появится, дупли. Да? Отдуплится, пацаны. Я на Скай этом, Нисмовском. А, да ты шо? Да? Не такой же, как у меня. О, появился Нисановоды, в общем-то. Да. О, а, у него 749 итог. Короче, все, мы сливаем, то понятно. Ну, попытаемся на срезках. Payback Edition, который не Payback. Да, и Falcon Edition тоже. Да, тут. Да, да. Фальшивка. Falcon, да. Ага. Так, сейчас бы сделать идеальный старт. Ну все, первый на вперед уехал. А мы с тобой тут. Ага. Так у вас есть возможность на меня это флешбэк кинуть? А, просто надо попробовать. Спасибо. Кстати, а в чем он здесь кидает один магнит или два? Тут, наверное, петель, а мощность, наверное, тут не выглядит. Я прям первого. Было бы неплохо, если бы добавили функцию мощности там, действия магнита, если двое кидают. Угу. Одному. Прилепиться. Спасибо. За спамили. Я уворачиваюсь более-менее. А ты что думаешь, меня на Кёнигсеге тоже так спамили, блин? Воу! Закидал мне. Оу. Гаджет. Ой! Я скайп прокачивал. Что ты так повернул? Это случайность. Что, вот это да, вот это экшн. Это случайность была, реально. Вот такой СПНР МТС нужен в 2019 году. А, сейчас. Так. Оу, это кто там? Внимание, я напишу. Я напишу название, каким должен быть МТС. Мечты, мечты. А тут круг. Это круги! Это не тот. Фу, великий звезд, хотел сказать уже. Битва команд здесь. Да-да, битва команд. Ой, блин! О, догоняй. Ай. Да, даже зуб не помог. Ты бы увидел. Что произошло? Ой! Помогай! Флешбок видели? Я ударился хорошенько. Ну всё. Ну сколько? Я не сдамся. Следующий. Давай, 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 ёкарный папа. Оп! Я стал. Пошёл. Как в рифму, ты как в рифму сказал, давай, 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 ёкарный папа. Сказал. Дым. Чё он так хреново? Рифму сказал. Едет. Опа, на. Так. Я сейчас с конфигом фок катаю. А я с софтом. Я с софтом. Очень красивый, между прочим. Да, такое? Это современное. Здрасте, приехали! Оп!
Это еще не все. Вот возьму траекторию поудачнее. Я пойду. Приехали. Разбор по крестикам. Все. Это безговорочная победа. В пользу меня. Даже не напрягался. Окей, ладно. Приехал. Как раз можно еще Б-класс, наверное, если хотите. Б-класс? Б-класс, говорите? Б-класс у меня там слабенько. Ну, значит так. Ну, значит на А останемся, чё. А, пацаны, у меня еще, по-моему, А-класса тачки. Ну как, ну возьми, что там имеется. У меня еще, по-моему... Чтоб составить мне конкуренцию. Ну ладно, давай. Я взял. Так, Б-класс. Смотря а какую гонку выбирать? В любую вообще. А, ладно. Можно... Team Escape тут же можно, кстати. А зачем он? А вот... Сейчас, секунду. А это... Рок Парти подойдет? Пацаны, вам круги не нужны? Да ладно, круги тоже сойдут. Ладно, я сейчас круг создам. Ладно. А кто создал? Я создал. Тоже типа гонка такая, круг. Little Italy? Да. А ну, все правильно, все правильно. А все приняли? Да. Да. Сейчас отдуплимся. Вы просто у меня как бы их вас да, нет, да, как да. будто. Ага. Сейчас все отдуплится. Угу. Теперь я из Ниссановода стал BMW. Пока я тебя не вижу. И я. А стоп, что? Ты один? Я, да, один. А чё ты один? Или может нас рассоединило? Что, выходим? Или как? Я вышел! Нам тогда для приличия тоже. Или как? Давай ещё. Выходим, да? Давай ещё. Получается так. Давай ещё. Давай. Ага. Принял. Угу. О, отдуплилось, Серегу вижу. Успел? Нет, не успел, мне не пришло ничего. Ну ё-моё! Что-то у тебя с реакцией не так. У меня не с реакцией, у меня тут с клавиатурой, не знаю, с чем тут. Ну? Так, всё, готово. Да тут не то, что клавиатура, тут нет, вышка. Клавиатура нормальная, но может быть что-то... Кто-нибудь принял? Да. А вот просто вас я не вижу. А, слушай, опять тут самый баг. Давай. Короче, подождем еще раз. И... А, еще вы, раз не вы не отдупляетесь, вы вас не видно. Так да, мы тебя не видим. Я вижу вот серого, вижу. Значит, да, нас воссоединяет почему-то. Ну вот видишь, тут глюки в игре. Так что, покинуть? Конечно. Еще раз. Короче, другая гонка. Давай. Идите. Так, какую-нибудь другую гонку. Чувак с ником. Так, пацаны. Ты из Мафон тогда взял БМВ? Во. А такой круг. Пойдет. О! О! Появился теперь. Все! С БХ из Мафон. 733 вообще, 725 все равно у вас больше. Ну давайте люлей может. Да. Что, едет Бэха, да? Ты пробовал? Да, я ездил. Сейчас посмотрим. Так. Вот только загрузка долго-долго. Уже осталось 17. Угу. Кстати, походу с новым обновлением этот... обновление решают это уведомление Дискорда. Я так понял. Теперь отображается в Дискорде этот значок на профилей. У меня елка, вот у Дэна звезда. Все вытащила. И в эти вырваться. Спасибо. Да, ты попался? Ну да. А ну подождите.
Остановите. Без проблем. Сейчас я один буду тут целую дорогу. Я уже стартанем. Погодь. Куда ты едешь? Попросили же подождать. Чё, глухой что ли? Ладно, жду, всё, хорош. Я сейчас буду это, как в Форзе там, ботов блокировать, погнали. Ну! Давай. Кстати, символично, Скайталера из ПБК и БК из МОК. Радки, герои от ПБК и просто. Илья на этом, джиггернотовском скайпе. Что-то они даже ни одного скриншота не выставляют, я... Ну, все светилось всего лишь два. Все они с бэхой. Все эти, да? И кубами. Ревенш вместе. Ты что это делал? Ты его видел? Что-то ты видел. Ай. Там, здесь вас завалило, да? Да. Это я, да, кинул флешбэк. Ну, блин, конечно. Флешку. Воу. Да, это единственный круг, где три круга. Я не сказать, есть 9 кругов. А, ну это точно, это было такое... Это долго будет. А чё, не хотишь? О, второй. 9 кругов. Да, блин. Немножко не тянет. О, мне выпал номерной знак Дариуса. Дариуса. 14 косарей дали. У меня что? Запчасть? Не он, по-моему. Чё, готовы? Готовы. К чему? К трассе, что ли? Ты что-то выбрал трассу? А, я могу предложить ему? 9 кругов где, да? Не-не-не, я Team Escape нашел тоже. Team Escape? 2 класса. А мы затащим? Да должны. Запускаю, готовы? Ага. Спасибо. Да, готов. Пришло? Нет. А, значит я общий на случайно нажал. Ты на общий нажал! Судя по всему, да. Да! Спасибо, Ниж. Тоже не вижу, кстати, я не вижу. Да сейчас дуплится все. Ну да. Я вообще-то как голова у вас всех вижу. Ага. Хорошо. Так. А, у меня знаешь, что стоит? Продолжительность бонус магнит. Хотя я нахрен убрать надо. Полицейский радар стоит. Таран. А, у тебя как раз для Team Escape. Ага. Да. У меня так что-то есть. А у меня не для Team Escape, мы просто тачка. А, в принципе, тут таран можно этот юзать. О, еще купов тут. О! Это последняя команда, да? Да, я слева. Оу! Слабил. Так, пошел. Свернулся от бана. Кому там помощь? От кого помощь? Не вовремя. Ещё бы в невидимый косяк врезаться. В невидимый? Ага. А чё? Да, у заграждения почему-то, да. Да, так я вам прорезаю. Да, я вот вижу. Тут таранов много слишком. О. Видеть джипов? Да. А, кстати, так, я что-то забыл. Воу! Меня тут кто-то толкнул. Вот это жестко. Я сейчас первый держу, да? Ой! Это жестко! Ой! Увернулся от бана! Да? Никого не поймали еще там.
Ой! Еще... Охренеть! Едем пока. Едем к соседнее село. Да. Ну так сзади. Это же на тебя. Сива, ты же сзади, ты же сзади. Я самый последний так-то. В смысле? А вот я бэху вижу. Да? Получается, да, сюда я третий. Ой, я сюда так. Осторожно, тут можно запутаться. Левее берите. А, тут порт, да. Ой, я не туда поехал! Как это так? Лучше сюда поеду, где трамплин. Ой, я вижу, скай. Я вижу. Да, тебя вижу. У меня тут твой куб. О, косяк. Да. Я пока что вперед поеду. Дорогу прыщу. Ой! По возможности. Давай. Держись там. Ну как, где? Я еду. Не вовремя, конечно, Саша. Но я заюзал, что мне нужна как... помощь. Так, ты главное до места назначения прыгать. Главное вовремя. О, мы выбрали район. Я, кстати, тебя догнал. Я до восьмерки доехал уже. А, до восьмерки? Да. Ай, косяк, невидимый. Осторожно, ну, ой, а чё за папку? А, заправку снес. Ой! Да? Я у тебя снес? Да? Я не снес. Так, о! Все, спасибо! Помог тебе? Да, пробил! Есть пробитие. Так, ну так. Вот сюда, да, да. Давай, 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 едь, едь. Ага. Вдвоем тут. Я тебе немножко пнул. Да. Я вам пока что дорогу прочищу. Да, ну, они опять собираются. Мы тут с Дэнсом делаем их подъем. Ой! А я поехал сюда. Ай. Здрасте. Оп! Ай! Вот ты сюда поехал. Че вы там делаете? Футбол. Футбол! Осторожнее, там колоса шипами. Бэха полетела! Колоса с шипами, Кусус. Перевернула меня. Это мы полегче. Ты там это, едь. 4 километра осталось. Едь. Едь. Ага, 4. В моем случае 4 километра. Я вам тут руки прочищаю всякие. Оп! Ай! Еще флешбеки ловлю. Так, это я не сношу. Ну-ка. Давай. Ай! Больно в ноге. Так. Блин. О, сокращение! Я вижу, ты отдашь тебя, еду. Я в срезку. О! Вернулся, ладно. Тут так, всякие... Самое главное, чтобы шины не наезжали. Там можно на тройку это остановить. Оооо, у меня как раз на тройку выровняется. Да. О, отлично. А мне как раз разрезали шины, и я выровнял. Это зачем напоминает? Hot Pursuit или Rivals тоже можно оставить. Ока? Так, ай. 60! До отрыва! Успеем. 700 метров. Нужно. Обязан. А я успею, пацаны. Так, давайте, пацаны, я рывок за этого. Ага. Заюзал. Ай. Все, пацаны. Да. Менты! Должны. Все, успели. Успели. Отлично. Воротило. Мне дали достижение. Отлично. О, мне вот деталь это дали. Да. Все, я, наверное, останавливаю. Серьезно? Ну да, mm-hmm. Это подъем. Это было эпично. Mm-hmm. Это было эпично. А, я... А чё?
Я еще готов покататься. Я тоже. Вполне. Но. Потому что фаново. Так, пацаны, если нам так везет, то можно еще что-нибудь Team Escape. Еще какой-нибудь Team Escape? Underground. Давай. Приглашай. А, спасение команды или с командой? Просто спасение обычное. Это... это приватное. Много всего можно закрепить. Ну как бы это 2 миллиарда немного, но все равно. Кого? Не проще было назвать NFSMV просто. НВ? А тут запилили на номерном знаке НТВ. Ну, это разработчики, и что ты с них? Поугарать можно реально с этих мст. Но. А ничего, что можно было просто МФСМВ написать, и все. Ага, не мучиться. Я тоже вот хотел бы сказать разработчикам, пишите просто МВ и все, или МВ, НФС, ё-моё, и все. Ой, а чё, я перевернулся? Жёстко! Я, кстати, снимал это. Что? Так, чё-то став не защитить, надо на газ нажать всем. По-моему, так фиксится. Я на газ нажал. А чё готовность такая долгая? Да. Нажмите все на газ. Все на газ. Я нажимаю на газ. Отпускайте и нажми. Так, так и делаем. Класс. Ты призрак! Да, я призрак. Темные ночи. О, спасибо за... Ой! Ох, я слетел. Давно такого пана не было. Да. Давай там, Сива. Тут, короче, комбинации. Слева справа. Прикинь! Я в какой-то этот врезался. Зим! Я путь прочищаю кое-как. Так, пацаны, ладно, едем. Так. Кстати, вот этот туннель напоминает чикагский туннель. Чикагский? Как заранее, знаете. Туннель. Меня вот схватили. Чё? Задержались, сука! Остался ты, Серёга. Я один остался. Да, держи нас. Одна секунда, отлично. Так, мы рядышком, Дэн. Потому что мы на входе заём. А у меня баг! Видите ещё тут? Какой баг? Метры вместо 4000, там 300 сколько-то там. А, ты за меня, да? Ой, это даже не спрашивай, кстати. На тройку. Почему у меня шины не выравнивают шины? А ты на тройку нажимал? Или просто мышкой наведи на этот, на правую кнопку, которая панелька-то слева. Охренеть, меня поймали и еще метров добавили. Ого, это кто там? О! Че лучше? Можно. Не люблю вот это, шипы не надо. Что? Я похоже на успею этот раз. Опа. О, все. Уклонение. В моем случае финиш. Финиш? В моем нет. А, здравствуйте, я еду назад. А что ты назад? Вперед, точнее. Вперед. Потому что, блядь, пропукал. Уже.
можно считать. Факты. О, он меня задерживает. Он прорвался. Так и так не успеешь, потому что у тебя запаковались метр. Главное, пока гонку еще получится. Пока гонку. А, я проиграю, ничего. А Тим и скин за ним по XPX. Пытался он помогать. Не, я успел, я успел. Не, пацаны. Тебя не засчитал. А почему? Забаговались метры. Я забаговались метры у тебя. Наступить на игру получено достижение за тот.